Значит, уточка, мы кушаем и наблюдаем вот такую картину. Это мы дочке дали капусту, потому что она попросила. Но мы не знали, для чего она попросила. Она думала, что это вкусно. Не ест, да? Дача, не ест совсем. На, скажи. Фунтик съел. Давай, дочь, попроси еще у мамы. Попроси у мамы еще. Давай. Еще капуста? Да, скажи, мама, еще капуста. Еще капуста. Все, еще капуста. Вот все, взяла. Фунтик накормлен, хорошо. Амеля, а дальше что будем делать? Еще просить у мамы, да? А вот эта вот наглая морда, она, конечно, очень довольная. Слышите, да? Попрошайничать. Да, все. Ага, значит, мама ей дала капусточку. А что ты на меня смотришь? Давай уже, раз ты. Все. Да? Ну, скажи, Фунтик, ну. А Фунтик, интересно, тоже капусту ест. Че к чему? Собака называется. Ну, все. Покормила опять к маме. Мам. Амелия, последний раз Фунтику давай, потому что много тоже нельзя ему. Ням, ням, да, ням. Все? Дай пять. Молодец. Умничка. Еще дай пять. Накормила Фунтика. Молодец.